зона. Опаснейшее место на Земле, в которое углубляются самые отчаянные люди планеты. Место, которое скрывает в себе множество тайн и опасностей на каждом шагу. Первый день моего пути едва не стал последним в моей жизни. Я был обезоружен и загнан в тупик. Не понимаю, что мне делать дальше. Моя жизнь висела на волоске. Я должен был бороться. Бороться до конца. Я в ответе не думал за себя. Выжить было невозможно. Мне повезло, что неизвестный сталкер оказался поблизости. Здравствуйте, Пётр. Это Евгений Евгеньевич, лечащий врач вашего сына. Пётр, послушайте меня очень и очень внимательно. Все, что вы слышали ранее, уже никак не действительно. Лейкемия, которую мы диагностировали несколько месяцев назад у вашего сына, приняла более тяжелую форму. Традиционные методы облегчения состояния никак не помогают. Нужна операция. У нас есть все. Донор, оборудование. Место. Осталось дело за вами. Нужны деньги. Большие деньги. 1,5 миллиона рублей. Я понимаю, что это большая и очень неподъемная сумма для вас. Но постарайтесь собрать эту сумму как можно быстрее. Ибо жизнь вашего сына может вот-вот окончиться. О, ты как? Живой? Старый, тащи компресс! Чш, ты молчи, тебе нужен сон. Поговорим позже. Очнулся, наконец-то. Мое имя Ворон. Один из моих людей спас тебе жизнь. Судя по всему, ты новичок. Да, не стоило тебе соваться в зону без снаряги. Ну ты сходи, проветрись. Погуляй, не знаю. Познакомься с ребятами, ну а после уже заглядывай. Для тебя здорово, есть задание. Пётр, хватай гитару и подтягивайся к нам. Как за душу берет. Мы рады видеть тебя в своей команде.
Меня зовут Енот, а это Старый. Енот, я хотел сказать спасибо за... Не благодари. Любой на моем месте поступил бы так же. Слушай, а сыграй-ка от себя что-нибудь. Мужик, это было нереально круто. Спасибо, но мне пора. Бывайте. Старый, продолжай. Я смотрю, вы время хорошо провели. Ну что ж, ближе к делу. Бери болты на столе, без них, к сожалению, никуда. Направляйся на синий свет. Понял? Синий. Там будет артефакт огнива. Найди его. Собственно, удачи тебе и будь осторожен. Она тебя не ждет, она уже ушла. И тоже ждет. Сюда, на аптечку, пожалуйста. Быстрее, я долго не протяну. Тебя ждет смерть! Значит, она тебя убьет. Все просто, понял? Удачи там. Конец связи. Отличная работа. Теперь ты в наших рядах. Я думаю, время пришло поведать о наших планах. Собственно, наш отряд движется с целью проверки одной легенды. Многие сталкеры хотят попасть в место, называемое Туманная Завеса. А грубо говоря, это второй исполнитель желаний. Собственно, каждый из нас имеет свое желание. Верь в лучшее, брат. Теперь твоя цель — соседний дом. Найди способ попасть туда. Посадил однажды дед репку. Да прямо в зоне. И что бы вы думали? Выросла репка. Большая и большая. Thank you.
Отец! Помоги мне! Поспеши! Время на исходе! Это все воображение! Просто мои страхи! Давай же! Очнись! Нет, старый! Петр! На помощь, мать твою! Спасай! Нужно вытащить остальных. Возможно, эти бочки пригодятся.
Слушай, спасибо тебе большое. Без тебя бы я не отбился. Спасибо тебе, Петр. А, да, потери зашли далеко. Ты нашел что-нибудь? Нет, все было опустошено. Но, кажется, там валялась одна аптечка. Хорошо, ладно, иди. Еноту нужна твоя помощь. Прости, брат, не уберегли, не спасли, прости. Нужно идти дальше, с оружием и провизией у нас проблемы. Но назад пути нет, поэтому мы не должны сдаваться. Вот черт, твою мать, ты видишь их? Хватай огниво, давай обороняй дом. Я поищу выход, ты задержи этих тварей. Без меня. Мои дни сочтены. Ваши еще нет. Я задержу их. Нет, ты пойдешь с нами. Нет, я скоро сам стану такой же. Идите быстрее. Петр, уходим. У нас мало времени. Минуя мрачные коридоры, мы шли, питая в душе надежду. Я подавлен, но не сломлен. Вера в чудо движет мною. Я готов пройти через огонь, но только бы спасти его. Мы доберемся до завесы. Петр, не отставай. Черт побери! Электроаномалия закрывает нам путь! Найди способ вырубить ее! Ugh!
еще где-то? Ну, скажем, больной был одноногой. Поднять паруса, эх, как в старые добрые. Слышал это? Сдается мне, сейчас опять будем драться. Вали, уродов! Мы почти закончили! Вали, уродов! Мы почти закончили! Стреляй, дорогу нужно очистить. Смелее, глупые лишь. Я уже близко. Доплыви ради нас всех. Отомсти. Неужели ты думаешь, что я так просто исполню твое желание? Я давно за тобой слежу. Каждое здешнее звание — это мои глаза. Ты смелый отважен, а главное — твое желание благородно. Чего же хотят остальные? Деньги, власть. Смерти. Одно и то же. Мне нужен такой, как ты. Каждая гибель дает мне силу. Я заберу твою жизнь взамен на жизнь твою циничную. Однажды он придет на мой голос. Наша встреча будет неизбежна. Ho 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 ho